Всем привет! Сегодня у нас ребрышки с картофелем. Разрезать ребрышки на одинаковые кусочки с одной косточкой. Насыпать в ступку сахар, соль, горошины черного перца и немного растолочь. С веточек свежего тимьяна оборвать листочки. Смешать половину листочков толченой пряности и 2 столовые ложки оливкового масла. Добавить к ребрышкам маринад и перемешать. Вымыть картофель. Разрезать вдоль на 4 части, промокнуть бумажным полотенцем. В сотейнике с толстым дном разогреть 2 столовые ложки оливкового масла, положить картофель и подрумянить с одной стороны в течение 10 минут. Перевернуть, готовить еще 10 минут. Если картофель к этому времени не готов, то перевернуть и продолжить готовить. Ломтики картофеля вынуть и сохранять теплыми. Лук нарезать тонкими кольцами или полукольцами, обжарить в масле, в котором жарился картофель, до золотистого цвета. Переложить лук к картофелю. В сотейник выложить ребрышки вместе с маринадом и жарить, постоянно помешивая до готовности, то около 15 минут. Соединить картофель, лук, ребрышки, посыпать оставшимся тимьяном, приправить солью и перцем по вкусу. Подавать блюдо горячим. Полный перечень ингредиентов в описании к видео, а я желаю вам приятного аппетита. Пока-пока!